добрый день. Меня зовут Екатерина, и я и мой муж являемся хозяевами таксы, кобеля таксы по имени Энджи. Энджи скоро будет 2 года, и когда он на нас неожиданно свалился, нам его неожиданно подарили, мы принесли его домой и были без малейшего понятия, что же делать с собаками. И слава богу, я нашла канал «Я и мой хвост», нашла его замечательного автора Олега Петровича, который с того момента очень сильно нам помогал и помогает. У нас был с ним скайп-разговор, у нас иногда происходят беседы ВКонтакте, иногда происходят беседы, какие-то ответы на вопросы на стримах на его. В общем, друзья, если вам нужна помощь хорошего человека, специалиста своего дела, большого энтузиаста своего дела, человека, любящего свое дело, вам нужен реально Олег Петрович, его канал «Я и мой хвост». В общем, мы с мужем очень благодарны вам, Олег, и спасибо вам большое за помощь с Энджи.